Александр Муцкий родился в 1949 году в станице Староминской Краснодарского края. В 1979 году окончил отделение станковой живописи и графики Народного университета искусств в Москве. В 1982 вместе с семьей переехал в поселок Горки-10. Художник неоднократно становился победителем районных, областных и международных конкурсов. В 2008 году на Международном фестивале живописи одна из его картин отмечена как лучшая работа года. А в 2010 он был удостоен ордена на второй степени служения искусству. В краеведческом музее не раз проходили персональные выставки художника. Планировалось, что к 65-летию Александра Муцкого пройдет еще одна, но планам не суждено было сбыться. Выставка состоялась, но на этот раз уже без присутствия самого мастера. На открытие приехали его почитатели, коллеги, друзья и, конечно, родные. Он был прекрасным человеком, он был прекрасным семьянином, прекрасным отцом, прекрасным другом. Он был очень добрый, очень талантливый. Он всех, любил весь мир, так сказать. Вот. Очень многим помогал он, своим товарищам, своим художникам. Поэтому все его очень любили. Александр Муцкий работал в жанрах пейзаж и натюрморт. Как правило, выбирал холст и масло. Ко всем этапам создания картины он относился очень серьезно. В каждой работе прослеживается высокая техника и мастерство. Про Муцкого говорят, он пользовался красками, описал душой. Основная его черта – это влюбленность в живопись и преданность полнейшая. Он этим жил, это суть его. И вот то, что мы видим, это в его картинах, это чувствуется, что это его жизнь. Выставка продлится до 15 августа. Вход свободный.